Человечество не останется вечно на Земле. Но в погоне за светом и временем сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем завоюет себе все околосолнечное пространство. Константин Эдуардович Циолковский. Всем доброго времени суток. На волнах самой правильной танцевальной развлекательной радиостанции радио-шоу Digital Emotions. Тополиный пух давно исчез, а вот жара июль в избытке на данный момент. Говорят, что через 60 лет в столице, в Москве, будет как в Краснодаре. Поверим на слово. Сегодня также будет жарко в программе. Так как сегодня будет звучать отличный, классный диджейский микс от Хуана Ибанеса. Хуан Ибанес – диджей, продюсер и ремиксер, родился в Ла-Риохе, Аргентине. В 2009 году он погрузился в музыкальную сцену, исследуя различные музыкальные направления. Его восхождение в индустрии началось в 2018 году, когда он начал работать диджеем, объединив Deep House и Progressive House. Он подписал контракты с такими престижными лейблами, как The Soundgarden, Mangali и даже с Digital Emotions, а также с другими лейблами, укрепив свое присутствие на электронной сцене. Обладая неоспоримым талантом, Хуан выступал на сцене с национальными и международными артистами, пронеся свою музыку в такие страны, как Шри-Ланка, Пакистан, Испания, Мальта, Дания, Мексика, далее без остановок. Кроме того, он выступал на разогреве у известных международных диджеев, такие как Динокс, Марио Мелло, Алекс Орион. Звук Хуана Ибанеса отличается прогрессивностью и эмоциональностью, сочетая захватывающие мелодии с яркими ритмами, вызывающие положительный отклик у публики. Его работы поддерживают такие известные артисты, как Эрнан Катанео и Ник Ворон. Итак, сегодня гостевой микс с аргентинским приветом. Хуан Ибанес в радио-шоу Digital Emotions. С вами я, Владимир Фонарев. Добро пожаловать в мой мир. Мир музыки чувств и музыки движения. Digital Emotions.
Дорогие друзья, вы слушаете радиошоу Digital Emotions. Для вас звучит гостевой микс от аргентинского диджея и продюсера Куана Ибанеса. Music Emotions. Music Movement in the Universe. www.fenariof.com.
Это радиошоу Digital Emotions. Вместе с вами я, Владимир Фонарев. И самое время сказать, какие яркие события ждут меня и вас в эти выходные. В эти выходные для меня будут мощными, насыщенными. 12 июля мы встречаемся с вами в Сочи на площадке Breaking Bad Bar, где мы будем отмечать шестилетие этого клубного пространства и наслаждаться видами Черного моря. А уже 13 июля шоу-кейс Digital Motion в составе Антона Мейка, Red Space и Sister Sweet будет выступать на сцене фестиваля «Ананда». «Ананда» — это уникальное событие, которое объединяет людей, стремящихся к бесконечному саморазвитию и незабываемым эмоциями. Это место, где можно перенестись в другой мир, погрузиться в музыку, медитацию, природу и найти вдохновение и мотивацию для себя. Итак, фестиваль «Ананда», Нижний Новгород, танцпол «Воздух», 13 июля, в 23.00, «Sister Sweet», в 0.30, «Антон Мейк», в 2 часа ночи, «Владимир Фонарев», и в 3 часа 30, «Red Space». Ну а мы с вами продолжаем слушать гостевой микс аргентинского диджея и продюсера Хуана Эбаньеса в радиошоу «Digital Emotions».
Дорогие друзья, вы слушаете радиошоу Digital Emotions. Для вас звучит гостевой микс от аргентинского диджея и продюсера Хуана Ибаньеса.
Несмотря на летнюю пору, активная деятельность нашей компании продолжается. Прежде всего, мы строим планы на новый сезон. На следующей неделе я представлю вам новый релиз нашей рекорд-компании. Также в ближайших выпусках прозвучит микс Дмитрия Молоша с последней вечеринки Digital Emotions Night. И также активно идет работа над коллекцией мерча нашего бренда. Ну а мы, дорогие друзья, продолжаем с вами слушать гостевой микс от аргентинского диджея и продюсера Хуана Ибаньеса.
Это радиошоу Digital Emotions. Вместе с вами я, Владимир Фонарев. И вы знаете мою большую любовь к хоккею. Хоккей проходит параллельной белой ниткой на протяжении всей моей жизни. И с 4,5 лет я стал на коньки. Много чего было. И хотя физическими данными все-таки был обделен, я имею в виду ростом и весом, но любовь к хоккею оставалась. И до сих пор периодически я поигрываю в хоккей. Даже был момент, когда осуществилась моя мечта, и я был сопровождающим диджеем хоккейного клуба ЦСКА последнего чемпионского созыва. Так вот, в чем дело? Дело в том, что я буквально с этих выходных начинаю принимать участие в хоккейном клубе Х-17, Харламов-17. Так называется хоккейная команда, которая будет выступать в медиалиге, и первые хоккейные матчи пройдут уже в эти выходные. Пожелайте нашей команде удачи и, конечно же, здоровья. Спорт и музыка – это отличные сочетающиеся элементы в жизни любого человека.
Ну что ж, дорогие друзья, очередной выпуск радио-шоу Digital Emotions подходит к завершению. Надеюсь, что вы насладились потрясающим аргентинским саундом от Хуана Ибанеза. Впереди нас ждут много интересных выпусков, радио-шоу, новостей и, конечно же, новых релизов. Следующую программу буду представлять я и представлю вам целую россыпь классных треков. Напоминаю, что все выпуски моих радио-шоу можете скачать на моем сайте fonarev.com, а также вы можете найти в iTunes и в YouTube. На моей странице в SoundCloud все выпуски без голоса, только музыка. Также на моем сайте вы сможете найти новые даты моих выступлений и подписывайтесь на наш телеграм-канал Digital Emotions Фонарев. В конце программы, как всегда говорю, пускай музыка будет в ваших сердцах, в ваших душах и в вашем сознании. Хорошего вам отдыха и до встречи в радио-шоу Digital Emotions. Music movement in the universe. www.fonarev.com